Всем привет, с вами Анечка Мартынова. Сегодня у меня для вас мини-мастер-класс о том, как вышивать бисером картины. Вот такой наборчик для вышивки я купила. В него уже входит все, что может понадобиться. Я очень люблю вышивки именно на атласе. Правда, иногда не очень удобно вышивать, он слишком блестит, но зато работа выходит очень красивая. На бисерной вышивке, как и на обычных, внизу указаны номера и цвета. Я предпочитаю сразу пересыпать бисер в отдельную коробочку для удобства и подписываю, где какой номер. Бисер вышивается в технике полукрест. Вставим нить в иголку и сделаем на конце нити узелок. Вышивают обычно такие работы в одну нить. Выбираем фрагмент для вышивания. Я предпочитаю сначала вышивать большой кусок, а потом отдельно мелкие части. Выбрали линию и начинаем вышивать слева направо. С изнаночной стороны ткани вставляем иглу на лицевую сторону, в точку нижнего левого угла первого сектора. Нанизываем бисерину нужного цвета и прокалываем иголочку в точку верхнего правого угла первого сектора. Далее с изнаночной стороны прокалываем иголочку в точку левого нижнего угла следующего сектора. Это сразу под предыдущей точкой. Вышиваем весь ряд, соблюдая порядок. Игла выходит из левого нижнего угла, нанизывается бисерина в соответствии со схемой, игла входит в правый верхний угол. Когда закончили ряд, делаем переход на новый. Теперь мы будем вышивать справа налево, поэтому прокалываем иголочку с изнаночной стороны в верхнюю правую точку первого сектора. Самое главное при вышивке бисером не делать перетяжки нити, так как она будет стягивать изделие. Также следить за тем, чтобы с лицевой стороны выходили диагональные стежки с нанизанными на них бисеринами, а с изнаночной – вертикальные. Когда рабочая нить закончится, ее закрепляют с изнаночной стороны, как при обычном шитье.
На этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Если да, ставьте этому видео палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выходы новых видео. Всем пока-пока!